Кувалась и в Тулу в том числе. Да, мы сегодня, может, не на передовой, но мы сегодня куем ту уверенность, и в том числе вооруженных сил. Потому что в городе остались семьи, в городе остались дети, у кого не уехали. И сегодня мы заботимся о том, чтобы было свет, вода, тепло в каждой квартире. Все благодаря вам, вашим рукам. Спасибо. Спасибо вам. Спасибо, держитесь. Спасибо вам, что вы с нами. Да, спасибо вам, что вы с нами.